Теплица тюльпана Black Parrot – великолепное приобретение для дачных и приусадебных участков. Эти растения отлично комбинируются с другими видами и сами по себе выглядят необычно и оригинально. Этот тюльпан не более полуметра в высоту имеет темно-бордовый бокал с сильно гофрированными листьями. Цветение его с конца апреля продолжается 2-3 недели. Для посадки требуется некислая почва с хорошими дренажными свойствами, хороший полив, ровные светлые участки, подкормки несколько раз за период вегетации минеральными веществами, отдых летом, сажают луковицы в середине осени. Тюльпан попугайный Black Parrot – это травянистый высотой 45 см, диаметром 15-20 см. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка темно-бордовый с тонкими полосками зеленого. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10 см. Весной листва по цвету зеленые. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Тюльпан попугайный Black Parrot создал C. Current Sans. Годом создания растения считается 1937. Растение заслуженно завоевало следующие награды: AMCAF 1941, AGMRHS 1995, Jubilum JetYouthShrift 2010. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.